Браконьеры в Кизлярском районе подожгли склад с рыбой осетровых пород. Сделано это было в целях сокрытия своего преступления. Пожар потушен, провокационные действия локализованы. Ранее пограничники вместе с коллегами из УФСИН и МВД по Дагестану обнаружили в подсобном помещении жительницы селения Новые Бухты более 400 килограмм незаконного улова. По предварительной оценке, нанесенный ущерб водным биоресурсам составил около 16 миллионов рублей. По данному факту проводится проверка. Возбуждены уголовные дела.